Утро доброе, хлопцы, утро трясется доброе. Трясется телефон, Виталий, в конце-то концов. Надо подождать, в смысле. Все, поэтому давайте. Я и говорил утро доброе. Да, утро доброе. Доброе утро. Начинаем. Так. Начинаем. Morning grammar. Утро грамматика. Наш новый обучающий, наверное, обучающий, помогающий вам сериал Morning Grammar. Да, да, вполне вероятно. Что, много говорю? Нет, нормально. Так, начнем сегодня с простого. Слово из названия нашего сериала «Grammar». И наверняка не каждый из вас знает, что такое грамматика. 100% не каждый из вас. Что же такое грамматика, Виталий? Начнем мы с другого. С чем путают грамматику? С каким другим словом? С каким? Ну, мне кажется, что путают грамматику со словом... Чего вы смеетесь-то? Со словом «грамотность». Да-да-да. Начало одинаковое. Грамматика и грамотность. Но грамотность относится к тому, как вы читаете, пишете. Да, это грамотность. Вот, чтобы было всем понятно. Грамматика что это? А грамматика это то, как слова складываются в предложение. Да и все, наверное. Ну, как они меняются, да? Чтобы предложение было правильным. Меняются в предложении, да. Чтобы оно было правильным, естественно. Спасибо, Виталий. Что мы имеем в виду здесь? То есть, говорю я такую фразу. Я тут белый стул сидеть. Правильно? Мне кажется, не совсем. Так, как будет правильно? Я сижу на белом стуле. Нет разве? Да, я сижу на белом стуле. Отлично. И все, что мы сделали, просто поменяли все слова, и получилась правильная фраза. Да. То есть в русском мы делаем это интуитивно, легко. А в английском что нам нужно знать? А в английском нам нужно знать правила грамматики, да, правила английского языка. Да. И в следующий раз мы начнем с правила номер один. Точно. Bye-bye. Stay tuned.